Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные фаршированные яйца к новогоднему столу. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 6 вареных яиц разрезаем вдоль пополам и разделяем на белки и желтки. В миску с желтками добавляем 2 столовых ложки печеночного паштета, 1 нарезанный кубиками плавленый сырок, 1 столовую ложку майонеза, солим и перчим по вкусу. И хорошо разминаем все вилкой до однородного состояния. Рецепты приготовления домашнего паштета и майонеза можно посмотреть в подсказках. Ссылки также есть в описании под видео. Дальше берем 1-2 небольших вареных моркови, нарезаем их поперек продолговатыми пластинками и формируем из каждой пластинки маленькую морковку. Теперь приступаем к оформлению блюда. Половинки белков выкладываем на тарелку, наполняем углубление приготовленной массой. Удобнее всего это делать с помощью кондитерского мешочка. А затем кладем на каждое яйцо вырезанную морковку. Вставляем вместо ботвы несколько листиков петрушки и рисуем майонезом небольшие полосочки. Вот и все. Новогодние фаршированные яйца морковки готовы. При подаче на стол блюдо можно дополнить фигурками кроликов из яиц. Как их сделать, смотрите в подсказках или в описании под видео. Приятного аппетита и теплых семейных праздников! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.